Манагуа Сухумец Хинвали, Сергей Багапш и Эдуард Кокоэте заключили сделку со своим никарагуанским товарищем. Даниэль Ортега подписал с лидерами сепаратистов ряд документов о сотрудничестве. Стороны обязались развивать торгово-экономические связи, а также взаимодействовать в области науки, культуры и образования. Никарагуа, Абхазия и Цхинвальский регион будут сотрудничать в сфере борьбы с организованной преступностью, терроризмом и контрабандой наркотиков. Подписаны и соглашения о безвизовом режиме между грузинскими регионами и Латиноамериканской республикой. На оккупированных территориях произошла этночистка, и эту этночистку как независимое государство называют только Никарагуа, Российская Федерация, Венесуэла и Науру. А все остальное мировое сообщество говорит, что это территория оккупирования, аннексирования. Уже год прошел, и Россия не смогла купить ни одного признания, это уже факт. То, что в течение последних недель были очень четкие заявления со стороны Франции, со стороны Евросоюза, со стороны литовского парламента, очень четкие и адекватные позицию изложила госпожа Клинтон, которая прямо назвала это оккупированными территориями. И я думаю, что оккупационные власти сейчас занимаются этими делами, я не думаю, что это очень важно.